Ну, короче, говорите, что это такое? Си. Как вы решили это, до этого дойти? Не знаю. Это мы в садике сказали. Нам просто идея пришла в голову. Да, сказали. Ну, просто так же не придет. Вы, наверное, хотите разбогатеть? Да. Разбогатеть своим трудом? Да. Да. О. Поэтому решили такой бизнес устроить. Как вы будете делить капитал? Поделим как-то. Не, ну как-то надо заранее договориться. Поделим. А скидки у вас будут для первого? А какой клиент? У вас первый или второй? Не, ну мы до этого делали, конечно, у нас покупали. Я не первый клиент. Нет. Это безобразие. А что? Вы третий клиент. А что вы будете с деньгами? Опять бисер покупать? Да, мы будем покупать. Ну, и делать уже побольше, как сказать. А вы читали любимую книжку «Финансист»? Нет. Прочитайте, как это называется, по-моему, Теодор Драйзер. Он начал... А у нас есть книга для, ну, как делать... Для бисера. Для бисера, как делать животных, у Евы тоже есть. А еще у Евы есть для цветов. Для цветочки. Ну, мне говорили, что китайский бисер не самый хороший. Чехословацкий хороший. У нас украинский. Там, разве есть украинский? Нет, это вы, ну, не буду с вами спорить, потому что вы все-таки профессионалы. Давайте. Да. Ну а кто еще что-нибудь может сказать? Я знаю. Ну ты заговорила всех. Кто? Я не знаю как. Ты заговорила, она заговорила. Она? Да. Это Лера, моя сестричка. Так. А это Ева. А это наша. Короче, никаких. И, ну, все-таки скидки вы мне не дадите. Не буду просить скидки, потому что вы заработали честно, своими руками. А мальчик скажет что-нибудь? Мальчик, давай. Скажи что-нибудь. Скажи что-нибудь. А на летних каникулах что ты будешь делать? Помогать девчонкам? Да. Помогать? Ну, дай бог. Наш помощник. Помощник. Он справится с этой задачей? Да, справится. Куда он денется? Так, че, дай бог вам здоровья. Я еще сфотографирую отсюда. Стойте на месте. Расценки не видно. А как вам праздник Победы прошел? Хорошо. Ходили вы на парад? Мы нет, мы по телевизору смотрели. А у вас будет интернет, посмотрите мое видео. Хорошо. Короче, с Богом. Выключать? Да. Ну, короче, покупаете что-то или нет? Да, покупаешь. Что-то будешь? Вот что тут, паук, гриб, жабка, краб. Жаба. Что ты будешь? Вот краб. Жаб, как он говорил, жаба зеленая, но по рублю. Но вчера. У тебя есть 3 рубля? Есть. У кого? У него? Да. Есть? Тоже есть. И ты купишь жабу за 3 рубля сегодня? Будешь? Да. Да? Ну смотри, потому что завтра она будет дороже у вас уже. Завтра дороже. Короче, здоровья. Покупаем сегодня. Да, давай покупай. Покупай. Да, бери жабу. Спасибо вам большое. Ну, ты должен сказать им спасибо какое-то. Да, спасибо. Ну, мы завтра еще сделаем. Так, вы не слишком спешите. Вы, главное, купите себе что-нибудь вкусненькое поесть. По-моему, я прав. Я прав? Лучше купить вкусненькое. Короче, скажите какое-нибудь хорошее слово. Что самое главное в жизни? Удача. Удача. Спасибо вам большое. Не боление. Не боление. А еще что? Не умирание. Ну, это вообще круто. Короче, здоровья, удача. А мальчик что скажет? Мальчик, говори. Говори. Здоровье. Здоровье. Короче, чтобы это все было у вас... Счастье. Это чтобы у вас... Любви. Это здорово. Да, молодец. Молодец. Короче, чтобы это все у вас было. Да. Спасибо.